Айсики! Привет! Сегодня мы поговорим о... Ой, блядь, Всё. Айсики, сегодня мы поговорим про такую нашумевшую тему, которую я узнал, да, блядь, давно уже на самом деле, но ролик решил запилить Извиняюсь, блядь, я добрый. Решил я запилить именно вот сегодня, наверное. Ну, блядь, тренды на меня доходят очень поздно, всё-таки, блядь, не молодой, блядь. Ну, в плане Fortnite уже не молодой, блядь, ещё и не сумас, да? Макросы, ребят, имба нереальная, блядь. Закачаешься. Кто хочет увидеть, как их поставить, блядь, как ими пользоваться, оставайтесь на этом ролике, я расскажу вам про это, блядь. А на самом деле, кто остался и ждет того, как я расскажу про макросы, блядь, съеби нахуй сюда, уебище. Поставь дизлайк, отпишись от канала, репортни даже от канала, мне похуй. Отпишись, блядь, уйди, вот кто смотрит, блядь, кто ждет нахуй. Давай, до свидания, блядь, все, давай, 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 давай. Так вот, макросники, идите вы нахуй просто со своими ебаными макросами. Просто идите нахуй. Сегодня я, ребят, сегодня я расскажу очень кратко и очень внятно, без лишней какой-то там... не буду воду, блядь, нести, ну, как там говорить, блядь. Короче, много воды нести не буду. Лить, точнее, нет, не русский мод. Не буду лить воды. Расскажу коротко, ясно, понятно. Поговорим о... банах за макросы, блядь. Поговорим за баны, поясню я вам, так сказать, это баны. И, да, в общем, в принципе, просто поговорим о макросах, что это такое и почему это не стоит. Да вообще не надо это использовать. Поехали. Вначале поговорим, что такое макросы. Макросы — это сторонняя программа, которая улучшает твой скилл, не скилл, блядь, я не знаю, что это за мах. Может, вообще никогда не использовать нет. Ну, просто, скажем, в общем, скилл твой лучше, какой бы там и ни был. Так, что я хотел еще сказать? Я являюсь креатором, автором, или как он там есть? Ну, короче, у меня код поддержки адов есть, пацаны. В конце ролика, если кто досмотрит, увидит, блядь. Я скажу под автора. Ну, в общем, я не из-за того, что, типа, может, не покупать на чем хотите, я просто говорю, я написал поддержку в Epic Games насчет макросов. Они не... А, нет, не могу. Так. Так вот, макросы — это программа, которая улучшает твой скин. Скилл — это сторонняя программа, сторонняя, не относящаяся никаким образом к игре, да и вообще, в принципе, макросы не относятся никогда ни к каким играм. Это чисто сторонняя программа, всё будет. Программа, которая улучшает, точнее нет, делает удобным твой игровой процесс при обнаружении это администратором Epic Games и кто у них там сидит, вы улетаете в бан. Да. Кто пришел сюда за этим, да. Вы улетаете в бан, долбоебы ебаные нахуй. И я молюсь, чтобы вас... ну, уже, кстати, говорят, что начали уже банить макросников. И даже уже, как вы говорите, все проигроки, которые начали всю эту тему, уже тоже перестали это делать. Они не делали этого. Я никогда в жизни не поверю, что какой-нибудь Кирячи или Буга начали это делать. Нет, так, он, это 100% не так. Я никогда в жизни в это не поверю. Долбоебы ебаные, кто это придумал. И тот, кто запилил, кто там, я не помню, долбоеб, кто сделал видос на канал. То, что типа все это началось с каких-то проигроков, и нет, нихуя, вы долбоебы ебаны, идите нахуй, идите лесом. А чем я включил? Да, вроде. Просто отсосите хуй и... Вы отсосете хуй, реально, вы отсосете хуй, допустим, таких скиллов игроков, как обычные
про игроки, которые, допустим, там не входили в ряд этих людей, которым перечислил, кто не пользуется макросами, допустим. Ну, даже если они пользуются макросами, то, допустим, если они впадут на World Cup, Кирячи, окей, он пользуется макросами, он попал на финал по World Cup, там все компьютеры проверяют, все компьютеры проверяют челики, которые всем этим занимаются. Если у вас, сука, найдут макрос на компе, тебя, блядь, с твоей нахуй клавиатуркой или с чем-то там приехал, просто выкинут нахуй тебя. Блядь, я не знаю, сколько мата, блядь, вы, блядь, сделали счет. Ну, я не могу. Это просто выбешивает меня. И, блядь. Вот тебе вот так сложно делать? Вот тебе вот так сложно делать, да? Чё ты там себя облегчать собрался? Вот чё ты там себя собрался облегчать? Тебе сложно так делать, блядь? Вот тебе вот так сложно делать? Да я нахуй закрытыми глазами так буду делать. Или как там? Ты можешь вот так вот дойти, вот. Как-то вот так вот боком ебать и сюда приставлять, не замедляясь. Вот тебе вот так сложно делать? Вот. Ебать сложно, да? Или вот так вот, да? Можешь подпрыгивать. Сложно, да? Надо макрос включить. Включай. За это, блядь, репорт же кинут. Забанят. Да, забанят. Я, блядь, говорю нахуй. Кто сюда пришел за вопросом? Забанят ли за макросы? Да, забанят. Да и чтоб тебя забанили, ебаный ты, сука, макрос. Эти же макросники, чтобы вы понимали, эти же макросники, которые... Куча макросников. В комментариях, там, в пабликах ВКонтакте, ебать, говорят нахуй, вот. Не-не, до этого говорили. Вот, за скролл будут банить, вот, за скролл. Вот за это вот. Вот за это вот будут банить, они говорили. Они говорили это, когда он появился, там, 8-й сезон, или когда там это было, блядь. Блядь, объясняю. Смотрите. Escape. Параметры, даже на русский язык перевел, чтобы вам все было понятно. Заходите сюда. Раз. 9 вкладок тут. В любую заходите, делайте абсолютно, что хотите. Это внутриигровая настройка. Просто внутриигровая настройка. Здесь можешь делать, что хочешь, блядь. Хоть хуй здесь напиши, вот здесь вот, блядь. Вот в этой строке хуй напиши, вообще похуй. Если это можно сделать здесь, делай. Это внутриигровая настройка. И здесь подтверждай все. Какого хуя тебя забанят за скролл? Я просто говорю, обращаюсь это к макросинку, которые говорили это в 8-м сезоне, что их за скролл будут банить. Блять, как же у меня горит на вас, пиздец. И хоть я и говорил, что воды много лить не буду, а хотя я там, блядь, сижу просто уже, хуй сошу, ну, блядь, типа у меня уже нету нервов, блядь, все это говорить. Блядь, я скажу вам только одно. Не пользуйтесь макросами, это не нужно, это... Они же будут сосать хуй, когда будут играть без них, когда их, допустим... Ну, то не то, что забанят, они, допустим, все это осознают и не будут играть с ними. Они же будут сосать просто хуй таких челов, которые не пользуются. Ну, я не про себя не говорю, потому что я не умею играть. Они будут сосать хуй нормальных челов. То есть... вы без макросов. То есть, ваши макросы — это ваши пальчики. И, то есть, ну, допустим, или мои сардельчики, вот эти. Вот, это мои макросы, блядь. Все. Я ими делаю, я ими стреляю, я ими, блядь, хуярю, блядь, вообще чего. Попаду я на World Cup, ебать, без макросов, меня не выгонят. Тебя, если ты макросник, попадешь, тебя выгонят. Ну, хуй, блядь, World Cup, конечно, блядь. Ну, просто так, пример, блядь. То есть, ребяточки, айсики. Еще тысячный раз говорю, не пользуйтесь макросами. Это не нужно, абсолютно. В любом случае, эта тема уже даже спустя там месяц, уже утихает, все уже поняли, что так делать не надо, эти геймсы уже делились за все это. Да уже никто, наверное, не пользуется, я просто говорю, блядь, как есть, блядь, и ты просто видосик надо запилить со мной. Так, чё хотел сказать? А, ну еще, кто хочет, ребят, поддержать меня, как бы, в магазине предметов, блядь, но я никого не агитирую, можете... купить что-нибудь, можете задонатить, ввести мой тегактор, сейчас я покажу его где-нибудь. Вот здесь вот. Сейчас. Метальчик. Застроится. Блять. Блин, может с кефирчиком сходить? Магазинчик.
Или на ZX сесть? Блин, мой похуй. А вот и айсики. Подождали мы, пока металлчик застроится. Вот мой код, блядь. Вот мой поддержки автор код, блядь. Как бы можешь вести, как бы можешь не вести, вообще похуй. Ну, я буду благодарен, наверное. Все, ребят, я, наверное, пойду, не буду сильно топтить, блядь, потому что я уже, мне уже, блядь, вымораживают с этих нахуй, меня капец отокалит, блядь, с этих ебаных макросов, я пошел, блядь, ставьте лайки, пишите комментарии, как это говорят ютубе, хуй, на, блядь, а я с вами прощаюсь, блядь, ну, ненадолго, блядь, ты, блядь, даже не думал, угу, все, давай, я полетел, блядь, удачи тебе, пока, давай, блядь, что за мух, нахуй, блядь, ну, давай.